Приветствую, дорогие зрители, с вами Дильдрон Мини-кошка и Дед, скажите привет. Приветик, Фил. Привет. Продолжаем как скейбокс с этими блоками, и ГМР такой смотрит, типа, а шо вы делаете, шо это такое вообще? Вы типа, а шо? ГМРчик, кто вы, реально, Симпсоны, это офигеть. Либо так на деда смотрит, типа, брат, это ты? Дедушка? Короче, да, оказывается, дед это похоже. Папа Гомера, никто не знает наверняка, но я думаю, что да. Это правда. В общем, я запустил, ставьте палец вверх, ролик будет длиннее, но вы в курсе, короче. Так, что мне даст Гомер? Так, Гомер, слышь, есть. Короче, даешь мне что-то броня. Топовое, и большинство из вас выживет. Тапочки отлично, по-моему, просто замечательно. Ого, нифига себе, какие-то головы. Костюм ниндзя! У меня костюм ниндзя, нифига себе. Поздравляю тебя. Вот это огонь! Ничего себе! У меня реально какой-то ниндзяга. И лук мне дали. Не, ну ГМР топовый, или? Так, и динамит, сейчас будет минус. Да, вот динамит, да, динамит есть да. Немного. Вот это немножко не сильно хорошо. Целая куча. Так, не целая куча, ладно, немножко. О! Так здесь динамиты дофигища реально есть. Слышь, короче говоря, ГМР оказывается подрывник, а ты не знал. А ГМР оказывается подрывник, который подрывает людей. Так, все, больше ничего полезного нет. Нифига. Ой, боли он будет круче. Он какой-то. Ой, боли. Где он работал? Ну да, атомная станция, динамит, все сходится. Он такой типа, а шо? Вообще, крутяк. У меня не, у него такое лицо, именно, знаешь, такой смотрит, типа, а шо? А шо? Нельзя было? А шо может быть? Такое появилось. Это ж всего лишь динамит. Шо у тебя, шо ты хочешь? У меня земля появилась. Ты же он там не растерялся и пошел уже. Да. У меня есть динамит, динамитный лук и вообще жизнь удалась. Сейчас будет, короче говоря, много боли и чувствую, придется много раз простраиваться к центру. Ой! Нифига. Мини-котик что-то бахнул где-то. Да что-то так радикально. Кошка что-то бахает, там вообще ходит, бахает. Воу! Ты что наделал, дикий зверь? Ты что, я попал? Ты что, вообще дикий зверь? Ты что наделал вообще? Блин, если моя дорожка уничтожилась, то все, считай, что жил, то что жил, то даром. Давай. Понял вообще? Все, что жил, все даром жил. Филерон, дед активно к центру простраивает. Да я уже а понял. А ты себе рыскает. Я понимаю, кошка, что я могу сделать? Ничем себе делаешь. Помочь не могу. Так, это что? Срозно вообще, вот это огоньство, вот это вот огоньство. Что там? Все есть, все вообще. Все, что хотелось, все есть. Например. Короче говоря, в этом лаки-блоке я добыл для себя то, что я обожаю. Здесь, короче говоря, есть пушка, которая делает бау-бау-бау-бау. И все. Это как понять? Бау-бау-бау. Бум-бум-бум. Какие-то два вида лаки-блоков. Слышь ты, оно отошел. Кошка отошел. И ты старый зафигарил. Тоже отошел. Да наркоман, в смысле, что в смысле, алло? Не знаю. Старые. Так, вот это мне тоже нужно отсюда забрать. Что это за фигня? Так, это сюда, вот это вот сюда, вот это вот тоже поближе, возможно. Ты что творишь? Ты что творишь, холоп? Дорога сломалась. Холоп, ты что творишь? Отлично, дед отомстя. Слышь, выкинь этот вот свой хобот, ты им творишь какие-то странные вещи. Так, я сразу делаю плюс 100 секунд, а то я забуду. Дед взял и дорогу поломал. Норкоман, блин. Я ее строил, я ее ломал. Давай, выкинь эту срань, она все ломает. Я... ладно. Hello. Ну, Дилерон, ну за что? Какое за что? Никто ни в чем не виноват. А значит, ты свое не выкидываешь, у тебя жестко. Да ничего не жестко вообще. Это что такое вообще? Я стоял даже. Да нормально все, дед, нормально, что общались, что началось? Доброе все. Воу! Фига! Сам напросился. У кошки такая же штука есть, слышь, у него вот эта фиговина, которая фигарит. Нет, не выкиду, аж две. Короче, я понял, я пойду искать блоки. Так что, это не с дедом не делимся. У деда другая, Дилерон. Да, с дедом не делимся. А у тебя на полкарты хпшит, ничего себе. Ну да, вообще. Так, Гомер, давай, ну атомный взрыв, Гомер. На кошке, на мост, атомный взрыв. Так, в смысле, а чё? Я что убил, алё? Кого? У меня тут Рик почему-то пришел. Опять? Почему? Рик захватывает все наши лаки-блоки. Я тебе говорю, Рик приходит и творит какую-то дичь. Он специально будто бы приходит и все мутирует везде. Вы думаете, что он нам бро, он нам нифига не бро. Мутант, однако. Что меня подорвало? Все вообще везде потеряно. Так, вот это, кстати, фигня, вот это вот туда вот можно. Нет, давай простраивайся к нам. Так, отлично. Да, давай простраивайся. Воскрес. Простраивайся, давай. Кажется, я умею лазить по блокам, но это не точно. Так, надо проверить. Что-то, кажется, я наруинил. Ага. Шо, кошка? Кошка все уничтожил, да? Жестко. Жестко. Кошка все уничтожил. Просто взял все и уничтожил.
Так, воскреснуться, воскреснуться, отлично. Вот это плохо. Что там творится? Да тут все довольно неплохо. Блин, я думал, что я умею лазить по стенам. Не, вроде бы у меня климинг работает. Так, а ну-ка, надо затестить. Клининг? Клининг, да. Клининг? Как это работает? Как клининг? Во, кто вроде расстроится? Во, мужик, он отошел. Явно. Шел он? Шел он? Шел он? Шел он? Какого фига? О, пока. Кошки! Отлично, до свидания. Ты не кошка, но все равно до свидания. Блин, я тебе отомщу. Ты мне отомстишь? Не, спасибо, спасибо. Так, это мы оденем, это оденем. Так, отлично, это помоечка. О, отлично. Ну, ничем тебе помочь мы не можем, это не в нашей компетенции. О, ничего себе. Я, кажется, где-то штанцы видел крутые. Так, слышь ты. Вот теперь будем жить. Проклятые лаки-блоки вперемешку. Какого хрена? Не, Гомер, он вообще какой-то поехавший. Он какой-то дичь говорил. Он украл вообще полностью все из своего Спрингфилда. Или как оно называется? Так же, да? Короче, все с атомной станции утащил. И творит здесь какую-то дичь, будто бы ему все дозволено. Это вообще потому, капец. Что у него в носу карандаш торчит. Но не исключено. Я думаю, это одна из причин. Алло, в смысле выкидывай эту штуку? Ну так нечестно. В смысле выкидывай? Ты другую использовал. Отлично. Что там у нее? Баланс. Какая должна я выкидывать? Она что-то мутит где-то? Устройся тогда дальше сама. Она опять все взорвала, что ли? Да. Ты шо, кошачий зверь, решила все повзрывать и до свидания? Дилерон, мы же сказали, что мы этой фигней не пользуемся. Кто это мы? В смысле? Кто не... Мы про то, что взрывное. Фьючи Крипер, вот эта фигня. Я про вот это, то, что мы не пользуемся. Ай, зря я это сделал. Вот этим мы не пользуемся. Да, именно вот этим мы не... Вот этим? Выкинь, да, вот это то, что бахает, вот этим. Так это у меня лук. Вот этот вот лук, мы им не пользуемся, то, что он все карает. Ну ладно. Вообще все. Ой, здравствуйте, доктор Крипер. Ничего себе. Отлично. Гомер, ладно, ты где взял этого Крипера? Че он такой злой? Ой. Сейчас, короче говоря, кажется, будет все очень плохо. Мужик, ты тоже умрешь, ага. Да, 4, 3, 2, 1, 0. И че? И шо? Не знаю, я зныкался за домиком, но вроде бы у меня здесь все уничтожилось. Да у меня-то бахнуло, у вас не бахнуло, что я могу сказать? Гигант! Гигант! Ой, сейчас тоже что-то бахнет, ребят. Так, это мне чё? Мне гигант в чулочках. В чулочках? Что? Ничего себе. Как миленько. Ну, так, у него ты будешь жить там. Такой... Гигант в чулочках. Ну, он был такой, да. Так, особенный. Это что-то фигня. Это вроде бы вкусненькое. Ладно, что-то. Так, ладно, иду к вам строиться. Там дед вроде бы лезет. Хорошо, ты придумал. Думаешь? Если кто-то еще раз взорвет мою дорогу. Мы не взрывали твою дорогу, мы пришли к тебе с миром. Я выкинула уже, дед, все, успокойся. А у него какой-то имба-стрелялка. Я выкинул свой лук, который все везде взрывает, остальное я не согласен выкидывать. Вообще можем быть все выкинуть, раздеться и просто прыгать в бездну, кто больше раз умрет. Кидаемся друг в друга динамитом, посмотрим, кто выиграет. Не, я могу в тебя топором еще покидать. Вай не надо. Я думаю, что у меня есть кое-что интересное для тебя, тебе должно понравиться. Я очень близко. Все так говорят, а ты вот возьми и подойди. Твой рик на меня смотрит как-то не по-доброму. Так, я буду застраиваться. Так, я надеюсь, что вот это вот того стоит. Иди сюда. Иди сюда. У меня тут это... Иди сюда. А у тебя тоже такое есть? Что у меня есть, то вроде сработало. Подожди, почему я улетел? Блин. Какого хрена? Я думал, что это сработает немножко иначе. Ладно, килл. Я думал, что мы умрем все вместе, типа этот меч, он всех карает. Оказывается, он карает избирательно. Причем далеко тебя. Не всех, да, только меня. Кошка шарит, она застраивается обсидианом. Нифига, ты где нарыла его вообще? Кого? По-моему, Гомер Симпсон поставляет ей какие-то очень правильные блоки, и она берет и доминирует после этого всего. А Гомер вообще ультра жесткий. Ты че вообще, слышь? Глаза сотри. Глаза мне желтые, смотри, где блоки? Тихо. О, отлично, мне дал меч. Так, это что, 33 урона? 33 урона от отберясивания. Здесь 4 отбрасывания. Не о чем тут лазить, воду так, собирать. Так, погоди. Вроде отбрасывания больше. Да, о, это 6. Ой, поналазили тут. Ладно, Гомер, отлично. Ходит по налазиванию. Я сейчас зажигалку. Устроил. Слышь, мы только договорились такую фигню не делать, а ты уже говоришь зажигалку. А, отличный мув. Слышь, кошка, мы вроде бы этой фигней не пользуемся. Ты что вообще? Мы луком не пользуемся, а этой фигней мы пользуемся, она у тебя. Ну, у деда такой нет, и он вайнит, что мы ей пользуемся.
Я уже свыкся. Ну ладно, получай. На меня Рик нападает. Какого фига, Рик? Рик, что ты здесь сделал? Рик сдох. Кошка убила Рика. Кошка убила деда. Да, я сама себя убила. Да, кошка. Я ей говорю, кошка убила деда. Я что, заикаюсь, что ли? Опять этот Рик. Опять этот кошка ходит, убивает всех. Пролетала. Плохой кошка. Жесть. Ох уж эти кошковны. Ходят и ходят, а потом Рики пропадают. Дед, давай это... Шо это? Давай. Какого Делерона крошить? Пшалан! В принципе, и ты Пшалан! Вот это просто огонь. Да не кошка! Дед, копай свой остров, ищи свою... Ищи свой портал ган. Это пушка Рика. Ты что, не видел? Он ходит с ней, порталы открывает. Хорошо, я другой. Мы просто не умеем пользоваться. Если бы мы шарили как... Я уже этот лук выкинула. Так, может, я смогу портал открыть к кошке? Не, нифига не получается. Попробуй. Сейчас бы портал другой изменил. Ты что меня в будку кидаешь? Пошел быстро. Пошел. Трамбуй. Трамбуй кошку. Алло. О, тише. До свидания. Ай, дедушка, я иду к тебе. Отлично. Я пока падал, убил тебя. Вы там встретитесь, дружище. Так, быстрее килл. Явно встретитесь. Так ладно. Где этот кошка? Неплохо. Я дома. Пошел вон. Пошел вон, я тебе не верю, ты где-то близко. Триди, шо вон, кошка. Серьезно. Шо вон. Близко сосыска. Шо вон. До свидания. Чуть-чуть настало время откопать немного блоков, я понял. Пока. Блин, ну в этот раз не, точно я Рика пока обожаю, он молодец. Он реально вот везде за нами лазит и поставляет нам самые мои любимые пушки. Так, а-а-а. Рик, да, вообще, я хочу автомат Калашникова. Давай, вот в следующий раз, чтобы был автомат Калашникова. Знаешь, такое? Мне нужен автомат Калашникова. Давно его не было, просто вот капец, да, но уже больше нескольких недель. Автомат Дед, нашел эту бубульку! Кажется, у него патронов нет. Она не работает, нифига, китайская попала. А там не все рабочие, некоторые нерабочие попадаются. Отлично. Всего, что мне прокнуло, это еще и китайская? Молись своему богу Рику или... Да блин, кошка, изыди, я тестю. Ладно, лезешь со своими вот этими. Клац-клац, крабы, ходит, крабы, лезет. Пуш-пуш. Так, а ну где? Так, у меня вот это вот есть, все, ща. Да, эта штука бесполезна китайская, прекрасно. Дед, да, ты просто умеешь, там прицел битый. Прицел битый. Прицел битый. Там где-то патронов просто нету, что ты обманываешь. И номера перебиты. Так, патроны не нужны, у деда прицел сбитый. Круперы! Круперы? Круперы! Труперы? Я убегай. Убегай, да. Во, деды! Отлично. Отлично, можно мне не выкидывать за 3-9 земель в лес? Спасибо, кошка, мне понравилось. Пожалуйста, обращайся. Да, фигарил чаще. У меня есть сломанный кирка. Сломанный череп. Ну и череп тоже. Трохи, я теперь пожарка буду жить здесь. Что, лучше живи там. Да, отлично. Подальше от не знаю. Я застраиваюсь. Моих... Ни у кого нету чем взорвать динамит. Отлично же, у да? У меня есть зажигалка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Шучу, нет. У меня есть. Отлично. О, лук, да кошка! Интересный. Кошка прекратить! Отставить кошковно! У нас сейчас будут кошачьи жертвы. Вау! Смотрите, что у меня! Что? Давай не надо! Пропасть! Прикинь. Вау! Что у тебя? Чем мне воевать? Да посмотри, хватит тыркать! Да посмотри, не хочу. Что у меня! Так все, я от тебя замуровался. Ну, Делерон. Что, Делерон? Делерон ни в чем не виновен. Деды! До свидания! Да ё-моё, выкинь эту штуку! О, крутяк! Ничем не могу помочь, у меня она есть, у тебя нет, я буду это обузить. У меня была, но китайская, типа это не очень честно. Воу-воу! Ё-моё, я же забыл, как редстоун работает. О! Вот. Ты поставил редстоун? Слышь, дед решил всех взорвать! Ладно. А ты плюс 100 секунд вставлял? Да. Я, ладно, да. Ладно. Так, есть у меня один отличный план. По-моему, он не так должен работать. А если вот так... Ай. Слышь, ай, оно работает. Да, вот так, отлично. А у меня обсидиан, ха-ха-ха. Все, в следующий раз сами сюда достраиваетесь. Как бы да. Я рассчитывал, что только в одну сторону все поломается, но... Да с чего бы это? Эх ты, Делерон. Ну вот и все. И чем ты... Вот и все.
Чем ты его ликвидировал? Взял в дом, притулил. У меня были гранаты, я думал, что они... А серьезно, что может пойти не так? Нет, но они сначала вообще не взрывались. Я думал, что они спавнят всякую срань, а потом они такие, типа, а мы такие взрываемся. Я такой, типа, ну ок, будем плакать вместе. Почему бы и нет? Кошка уже на центре? Что? Как вообще? Ты чё? Чё бычишь вообще? Чё бычишь? Эй! Я не бычу. Нифига она меня с острова моего выкинула. Чем ты там? Где ты землю нашла? Дай... Какую землю? Я ж тебе говорю, что я ТНТ-хи сбила. Нифига. ТНТ-хи сбила. Шотер это ЧКТ. Ну все, 2 секунды осталось. Сердечек там еще нарыгивает. Так, где-то вообще никуда не идет. О, это последняя влюблённость. Ладно, нифига я выгляжу вообще по-модному. В общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли, комментировали. Дилерон, мини-кошка и дед. Гомер Симпсон, видать, украл со своего завода, вернее, с атомной станции все, что только можно было. А также Рик, красавчик, тоже нас снабжает крутым оружием. Спасибо ему большое за его технологические вот эти вот нововведения. В общем, всем большое спасибо. До скорых встреч и пока-пока. Пока.